И снова доброго дня, и снова с вами я, Ольга Романова, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». И сегодня четвертая часть шопинга в Джимми Молле. Мы посмотрим одежду, футболочки, маечки, штанишки, брючки, джинсики, рюкзачки. Также для детей будут интересные рюкзачки с единорожками. Обязательно оставайтесь с нами. Пожалуйста, поставьте лайк, подписку. Начинаем! Вот уже в отделе одежды мы начинаем. Футболочки от 29 дирхам, 200 гривен примерно, меньше 10 долларов. Это 8 долларов. Вон по 39 есть футболочки. Стараюсь как-то не задеть, чтобы никто в кадр не попал. По 49. Но одежды здесь много. Вот классные такие вот майки по 29 с разными узорами. Вот это я люблю. У меня таких очень много здесь. Разные-разные маечки. Вот с Бэтменом снова. Marvel, привет. По 59. Ну, это дорого, это не распродажа. Я покупала по 20, даже по 15, я помню. Вот камуфляжка, 59. Это Ли Купер, интересно? Нет, другая фирма какая-то. Ли Купер, это нормальная, нормальная цена. Помню, как-то я за 49 купила джинсовочку Ли Купер. Вот, до сих пор счастлива. Вот снова по 39, это майки Ли Купера. Вот здесь целая фирма, целая секция. 39, а если две, покупаете 59. То есть 10 долларов майка, а если 2, то меньше. Ли Купер рюкзаки. Хороший, мне нравится этот рюкзачок, вот этот вот, симпатичный. Они все обычно в одну цену. Сейчас посмотрим. Где-то 100 с чем-то дирхам обычно стоит, если не на распродаже. Нашла цену. Первая Бахрейн, потом Катар. Сейчас наведемся. Бахрейн, Катар, Кувейт, Египет. А дирхамы самые первые вверху, 89. Нормально вообще, 89. Курточки, джинсики. Вот он, Ли Купер отдел. Люблю эту фирму, фирма классная, действительно. Вот отдел капы. Шортики 79, футболочки 59. Здесь размеры большие. По 59 капа есть. Ой, люди пошли, убегаем. Кстати, кепки по 19. Блайзеры 19 стоят, каповские. Это хорошая цена. Продажи футболки 19 дирхам, есть 25, 19. Ну какие, давайте посмотрим. Ли Купер тоже есть на распродаже. И вот Ли Купер есть за 19 дирхам, ха-ха. Да неплохо, неплохо. Вот симпатичная. Ну, это подороже, по-моему. 29 дирхам, было 40. А, рубашки. То есть тут всегда можно порыться и найти и себе классную футболку, и на подарок друзьям, родным, знакомым, близким. Люблю я ходить в этом магазинчике. Ну и снова Marvel. Вот везде Marvel. Честно, у меня у самой сейчас много уже футболок с Суперменом, Бэтменом, Капитаном Америка. Здесь они популярны. Вот, штанишки с Бэтменом, штанишки с Кэптон Америка. Ну и футболка с Суперменом, конечно. А вот женский отдел, снова Ли Купер. Здесь же как-то дизайн поинтересней. Цена 39 дирхам за футболочку, 59 за две. То есть то же самое. Вот даже тут джинсы Ли Купер. По 79. Ой, я помню, где-то классные джинсы купила в Дубае, по-моему, 20 или 30 дирхам. До сих пор не хожу. Здоровские. Вот цены. Вот по 45 дирхам джинсики. Вот, по-моему, это даже не распродажа еще.
Можно подождать чуть-чуть, и будет распродажа. По 69 кофточки, блузочки. Ну, это тоже дорого, можно найти дешевле. Капа спортивная для девушек 59 дирхам. Штанишки. Есть ветровочки, маечки, кофточки. А вот там уже видим 59, 79, 69. Но это дороговато. Вот топики классные, действительно, мне они нравятся. 59 такой топик. Да, ну подожду, пока они выставят на распродажу. Распродажи здесь бывают всегда. Это просто новая коллекция. Вот блайзеры вдалеке. Видим блайзеры по 15 дирхам. О, блайзеры классные. Ну, снова такие, у меня их очень много. Вот. Модная девушка с рюкзачком. Ага, это стретчевое белье здесь. Маечки и штанишки за 19. Ну, цены хорошие. За 25 вот. Слушайте, приятно, дают снимать, никто не выгоняет. Хотя я, конечно, тоже так. Никто еще в мой кадр вроде не попал из местных женщин. Вот 9 дирхам вообще есть. 9 дирхам вот такое вот белье. Здесь 12 написано. Значит, здесь 12. Ну вот такое бельишко. А как же вам показать так его? Маечка такая вот. Сюда вот, и все равно вам его покажу. О, такая маечка, он такой темно-бордово-коричневый цвет. Перевесим вот за 50. Розовенькая, симпатичная. Вот манекенчик симпатичный, здравствуйте вам. О, и вот что-то по типу украинской одежды. Ух ты. Удивлена даже, удивлена, честно. Вот это узорчики. Красиво. И здесь же джинсики прям с жемчужинками. Понятное дело, что они с настоящими, но все равно красиво. Что у нас по ценам? Блузы 149, джинсики, видно, с жемчужинками 129 и бэк, то есть сумочка 50. А, вот и сумочка. И блузы сколько? 149, действительно так. Кстати, люди вдали тоже делают шопинг в разных магазинах. Это Iconic. Знаете, такой магазин типа Зары. Он сюда переехал. Раньше был большой такой магазинище. Ну, закрыли. Карантин, видимо. Ну, вот вам немножко показала. Хотя магазин огромный-огромный. Показывать и показывать. Вот. О, вот нашла маечки такие, как бордовые, за 19 дирхам. Вот такие вот. Просто уже более видно из-за света и цвета. И больше рассветов. Смотрите, белая есть маечка. У меня тоже такие маечки есть. Вот и модный аксессуар, рюкзак. Это мой самый любимый модный аксессуар. Из сферы сумочек. Вот все сумки и рюкзаки 149, 1,89. Так что ходите на шопинг вдвоем. Будет вам дешевле. В этом магазине есть даже маски для лица. От 10 дирхам, то есть от 70 гривен. От почти 3 долларов. Маски разные. Так что можно подобрать. А что еще я здесь вижу в отделе для девчонок? Конечно же, единороги. Все балдеют от единорогов. Тут и термосики, и боксики с ними. Ланчбоксы с ними есть для завтрака.
рюкзачок, сумочка, также дневничок, это уже другие сумочки, ага, наборчик есть, фломастер, карандашик, линеечка, дневничок, все с единорогами. Популярное животное какое, а? Тема единорогов продолжается. Вот он какой, прям призывает братья идти в школу. А вот судочки для завтраков. Вот мне такой нравится с пандочкой. Вот такой бы я себе взяла. И снова единороги. Еще написано 3 года гарантии. Как это вообще понять? У нас дети так эти рюкзаки бросают, лупят, не жалеют. Какая же там гарантия? То есть я поняла, здесь Марвел и единороги правят детьми. Симпатичные. А вот еще сумочки. Ну это же вообще просто. Просто песня. Вот Пчеломая, наверное. Помните такую мультяху? И конца края этому нет.